экс-КВНщик и один из самых активных сценаристов страны, Марат Уралгазин потерял практически все, над чем трудился почти 3 года. Вечером в воскресенье злоумышленники украли его ноутбук, на котором, по словам сценариста и телеведущего, были очень важные материалы. То есть самая главная ценность не ноутбук, а, скорее всего, информация, которая в нем находилась. Несколько сценариев для сериалов, телепередач и полнометражного фильма. Интересно, что ноутбук Уралгазина фактически потерял его друг и коллега Еркебулан Мырзабек. И он, уверяет Марат, к сожалению, не шутит. Я думал, это очередной розыгрыш. Мне мой друг Еркебулан позвонил, говорит, так и так, даже фотографии отправил. Ну, в принципе, стекло, оно недорогое. Ну, наверное, какой-то тупой развод. Тем более Еркебулан знает, насколько дорог мне ноутбук. Поэтому я думал вначале, что розыгрыш. И, в принципе, отнесся к этому, ну, с долей, наверное, сомнений. Однако подавать заявление на грабителей позитивный Уралгазин не стал. Более того, обратился к ним с деловым предложением. Уважаемые грабители. Джентльмены удачи, наверное, так лучше будет. Я в вас верю. Верните мне ноутбук, и мы снимем про вас классное кино.